Коллеги мои из комиссии респективы лукрязы. Мои коллеги из соответствующей комиссии работают над этим. У нас был разговор на эту тему в рамках чрезвычайной сессии, которая была в августе. Мы обязаны защитить местного производителя. У нас есть свои талантливые люди, и тот маленький рынок рекламы, который есть в Молдове, нужно отдать тем, кто производит местный контент. Также Игорь Гроссу добавил, цитата, «Мы разрушим существующую ныне монополию на рекламу». Это мое обещание, потому что иначе мы не сможем создать условия для поистине независимых телеканалов или тех, кто хочет создавать собственный продукт. Напомним, в 2017 году по инициативе правящей тогда Демократической партии, которую возглавлял ныне беглый олигарх Владимир Плохотнюк, были приняты поправки в Кодекс о телевидении и радио. Они предусматривали запрет на ретрансляцию в нашей стране информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в их числе и Россия. Снять этот запрет удалось лишь в конце 2020 года благодаря партии социалистов.